Радио Energy. 87,9 FM – это частота для тех, кто энергичен и живет в ритме зарубежных хитов. Теперь в Саратове на ней вещает радиостанция Energy. Это совместный проект российской корпорации Profmedia и французской NRJ Group. Одного из самых авторитетных брендов мировой радиоиндустрии. Волну уже давно слушают во Франции, Австрии, Бельгии и Германии. Клубы, спортзалы, открытые танцевальные площадки. Формат Energy вписывается везде, где есть место движению. Мы очень ждали открытия радиостанции Energy. Она нам очень подходит под формату, поскольку под такую энергичную и позитивную музыку удобно заниматься различным спортом. По социологическим данным, ежедневно радио Energy слушают около 700 тысяч молодых москвичей. В региональной редакции уверены, что скоро новая волна завоюет любовь и саратовской молодежи. Для этого есть все, начиная от музыкального наполнения и заканчивая суперведущими. Привет, Саратов! В саратовском эфире в ближайшее время появятся местные программы, в том числе и самое ожидаемое по заявкам. К отбору ведущих обещают подойти творчески. В мае при поддержке портала geometria.ru будет объявлен специальный кастинг. Я думаю, симбиоз Radio Energy Geometria.ru это просто очень здорово и уникально в силу того, что как Radio Energy присутствует в очень многих городах, так и Geometria. Первую встречу со слушателем не на FM-волнах, а лицом к лицу радиостанция планирует совсем скоро. В честь Дня радио 6 мая Energy приглашает всех желающих на фестиваль шашлыка. Заявку на участие можно подать в группе «Радио Energy Саратов» ВКонтакте и Фейсбуке. Елена Гришина, Александр Королев. Новости. Телеобъектив.